Началось. Зеленая кофта на Старварке преследует Руслана Эндуро на КТМ.
так. Конечно, очень плавненько едет. Чуть не поехал по прошлой трассе. Давай-давай! Ну ты Как он так быстро едет? Вот Руслан. Хрен догонишь.
как он так едет? Я не участвую, не участвую. Спасибо. Словил таки. Руслан, давай!
Вот он, метеор. Thank you.
я лечу. О, бля, чуть не в елку. Я, блядь, даже обгоняю людей. Ну-ка. Опа. Красота. Ну-ну-ну, давай. Шатался. Хорошо шел, но недолго. Первое падение. Так. Бля. Какой он тяжелый. Так. Ой, Руслик, будешь смотреть, как я тут лицом улетел. Я могу сказать, что на Менчике, когда едешь, есть время для разговоров. Потому что там нет таких скоростей. Тут же шпрёшь, деревья эти. Еще грибы хочется найти. Мне Наташа сказала искать грибы.
чтобы без грибов не возвращался. Поэтому я тут фигачу. На все бабки. Но это последний круг уже. О, бля, чуть дерево не спилился. Все, я устал. Надо заканчивать с этими полетами. Анекдот какой-то надо рассказать. Вчера с Наташей дрова носим. А она как говорит: знаешь, Сергей, за каждым мужчиной стоит женщина. За каждым подвигом и поступком. Стоит и пиздит. Бля, уже мозоль на жопе. Боже, сколько деревьев. Я сюда уже поеду. Где написано? Надо было зеленую кофту одевать. Я лечу! Главное не заскользить. Ну, Русик, ты должен пить кофе и смотреть утром, как я еду у себя дома на кухне. И говорит: нихера себе, он как черняет. О, выдает. А я тебе желаю приятного аппетита. Наверняка ты будешь что-то тащить и смотреть. Yeah.
как лыжник этот с лавом. Гарден и веточки. Ой, бля, и башкой тоже. А ты, Надька, будешь смотреть, я тебе передаю привет. Ты молодец. Я прям рад, что ты такая хорошая стала. Даже что ты меня подстебываешь, мне это тоже нравится. Ветки. Все, мордой ловлю. Вот тут я чуть не ушатался на старте. Вот тут уже все распилили. Разрыли. Ooh.